Мешает реклама, нажмите крестик. Доброе утро. Уехал я сегодня с арбайтом. Сегодня меня нельзя, потому что целый день дождь идет. И вот приехал я. Еду я обратно в Сеул. С остановкой в маленьком городке зашел перекусить. Вот это я сегодня завтракаю. Это лапша, рулет. И это рисовая брашка. В принципе, вкусный напиток. Особо безалкогольный. Это все мне обошлось.